Всех приветствую, дамы и господа, мы на MyCSGO, и сегодня очень крутой ролик, потому что прямо сейчас с 500 рублей я попытаюсь выбить нож. На этом сайте, на котором уже сделали ивент, который мы открыли в прошлый раз, и я доказал, что эти кейсы окупают лучше всего. Но сегодня мы не пойдем в них, сегодня будет нечто кое-что большое, грандиозное и очень крутое. Обязательно прямо сейчас поставь свой царский лайкосик. Не забывай, что все, кто поставили лайк, уже участвуют в новогоднем розыгрыше в Телеграме. То есть ты можешь выиграть нож, ты уже участник, зайди, нажми кнопку забрать приз и все, кайфуй. Ну и конечно не забывай, что если ты окажешься на MyCSGO, ты можешь нажать плюсик и использовать лучший и самый окупной промокод на данном сайте. 40 беру, самый рабочий, самый мощный промокод, который дает бешеный буст плюс 35% на абсолютно любую сумму. Вот любая сумма, которую ты возьмешь, она перемножается на ровно 35%. Любые способы пополнения, и знай, что этот промокод 100% тебя купит, 100% ты будешь с ним в плюсе. Залетай. Ну а мы приступаем, и сразу же, пацаны, майнинг кейсы. То, что я хочу проверить. То, до чего у меня дошли руки. Вы сказали, привет, зайди проверь. 500 рублей. А купит? 100%. Мне сказали люди. И я зашел проверять. Азимов. Первое открытие. 10 кейсов. Если кто не знает суть этих кейсов, что здесь можно с небольшим шансом выбить азимов. Но как мне сказали подписчики, здесь выдает абсолютно всем. Поэтому вот тебе. 123 рубля. 10 открытий. 10 кейсов. Полетели. У нас по сути 3 раза возможность открыть эти кейсы. И если выпадет... Ну посмотри. Азимов. 727. Что? Не понял. Не понял. Кстати, вот эти промокоды скамерские, их использовать лучше не надо. 700 рублей с первого? Я сын мангуста. Это как так вообще возможно? Еще раз. Не, ну я, конечно, понимаю, что если... Ой-ой-ой-ой, сколько? Один из самых красивых калашей за 2000 рублей прямо сейчас прилетает 2261. Это легенда, брат. Легенда. И чё? Мы только начали ролик, у меня 3265. Просто с первого кейса, здравствуйте, 200 рублей. Хорошо, ну пойдем тогда в Сайрекс. Попробуем открыть их. Ого, Сайрекс, Сайрекс, Кар, это просто невероятно. Здесь падает невероятное количество скинов. Давайте пробовать. Давайте пробовать, давайте открывать в надежде, что нам все это принесет какие-то плоды, что мы выбьем, что мы окупимся. Пацаны, это самое важное. Черт его возьми. Я думаю, что это нереально крутая тема. Либо мне сейчас повезло, и больше окупать меня не будет. Либо, ну, это реально какие-то солевые моменты, и меня... Нет, нет, это не везение, это закономерность. Сайрекс. 1400 рублей падает Сайрекс. Это ни хрена не везение. Если бы это выпало один раз, 2, 3, 4, 5, окей. Но это выпадает не намного больше. Ну нет, 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 нет. Я не могу в это поверить. Хотя нет, я могу в это. В принципе, возможно. Возможно такое, что кейсы, допустим, определенные начали выдавать. Если это майнинг, ну это очень круто. 15. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Раз, два, вообще неплохо. Хайпермайнинг. Ой, этот, наверное, вообще дорогой. Да, это очень дорогой. Это скоростные звери. Если они выпадают, любой скоростной зверь, он стоит целое состояние. 123, это очень много. Работаем, дамы и господа, полетели. 4205 уже на балансе. Мы только начали ролик. Из каждого кейса, замечаете, мы открыли всего 3 позиции, и нам уже выпало на 4. А что будет, если мы сейчас перейдем в фарм ножа? Вы хотите сказать, что мне выпадет нож? Возможно. Я не могу. Что? 4000. Две, да? И типа это реально 7000. Ну типа, чтобы вы понимали, мы открыли 3. Всего 3. И я не хочу открывать вот эти. Я хочу пойти на нож. Я хочу выбить нож. И я хочу выбить 2 ножа. Я хочу выбить 3 ножа и вывести пацанам разыграть на стриме. Что думаете? 2, 3, 4, 5. 5. Давай сделаем. Давайте это сделаем. 760 рублей. Если он сейчас нереально сыпет, нужно этим воспользоваться. Нужно зайти и поскорее налутать себе ножи и все. Нож с первого. 760 рублей, это 7000? Хорошо, я продаю все. Я продаю все, кроме этого ножа, потому что этот нож мы будем вместе с вами выводить. Но я хочу повторить. Я хочу повторить и попробовать еще выбить 2 ножа. Если он выдает 2 ножа еще, то это вывод. Это вывод 2 ножей, это 20000 рублей. Это либо открытие кейсов, либо мы будем разыгрывать нож. Но в принципе у меня завтра на стриме розыгрыш ножа. Плюс на следующей неделе розыгрыш ножа. Поэтому я думаю, лучше вывести и открыть завтра на стриме еще 50 кейсов. Просто сегодня я уже закинул 25000 на стрим, и мы проиграли все это. Но охота сделать открытие такое масштабное. Поэтому, если что, пацаны, залетайте. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Ну а мы идем за вторым ножом. Один выбили с первого раза. Скорее всего, везение. Но нам нужен второй, и нам нужен один. Хорошо.
Просто легендарно. Это просто легендари, пацаны. Это нереальное легендари. Очень хорошо, очень хорошо. И еще ровно раз. Работаем, мужики. Я не знаю, это очень круто. Это такая нереальная возможность просто лутать бабки. Это просто сразу все, 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 все. Мы завершаем ролик, ребят. У нас сейчас 3 ножа. Они в сумме стоят 9000 рублей. Давай посмотрим. 9000 рублей, 8000 рублей. И еще один нож за 9. Это 30000 рублей, которые мы ставим на вывод и выводим. На балансе 4500, это значит, мы подняли 35000 ножей. Мужики, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь. И, конечно, не забывайте, что если вы будете играть, используйте лучший промокод 40беру. Он самый большой, он самый окупной и самый рабочий. На связи был, как обычно, я Предатор. Спасибо, что смотришь. До завтра.